человека вот эту крышку и положить. Ага, это наша машина. Пока никто еще не подъехал. Хорошо, даже очень. Вот, все это вокруг нашего стола. Вот такой наш праздничный стол. Что здесь у нас такого вкусного? Ну, потому что срок подошел. Вот это убрали. Вот это. Сейчас посмотрим. Очень красиво. Знаешь, как вот вкусно эти самые с огурцами? Вернее, огурцы. На троих соображаем, да? Ну, да. Все. Слюной подавимся сейчас. Да, ну тут есть нечего сегодня. Ой, слушай, я согнулся, разогнуться не могу. Это мы Кате покажем. Блин, вообще. Ну все, это мне... Подожди, Саша, я сижу, потому что мне холодно рукам. Потому что спина никакая. Не хватит. Ни разу не наносила, огород мне не надо. Это я наносила, тогда воды на эту капусту люди сожрали. А я носила все лето. Ну давай, люди, ну, ладно, все. Праздник. Саша, ты себе? Носил с собой горшок. Меня ни в коем случае не снимайте. Люд, меня тоже. Тома, ну-ка тихо. Ну, красивая не и надо. Смелая. Ты себя нигде не найдешь. Очень хорошо. Я тебе даже только фотку... Только в одноклассниках не выкладывай. А ты можешь ее заспамить или закрыть не и надо, все. Не надо, все равно не выкладывай, не надо. Хорошо. Саша мой любит, когда я ее снимаю. Она еще работает. Слушай, дело не в этом. Если ты выглядишь красиво, я же тебя не снимаю там с какой-нибудь рюмкой, там с огурцом. Я тебя снимаю очень красиво. С бутербродом снимает. Ну и что? В лесу что, тебе кушать нельзя? Я тебе быстрее хочу. Иди. Все,